Итоги зимнего первенства округа по мини-футболу среди любителей подвели в Одинцове. В соревнованиях участвовали 12 команд в двух подгруппах. Все матчи проходили на центральном стадионе на футбольном поле с подогревом. Первенство прошло у нас очень хорошо, замечательно. Футбольное поле в шикарном состоянии, в отличнейшем. Нам не страшны были ни морозы, ни снегопады, поэтому подогрев справлялся. Награды вручили лучшим вратарю, бомбардиру и игроку первенства. А тройка лидеров не стала сюрпризом для болельщиков. Третье место досталось ветеранам футбольного клуба «Мебельщик», второе – основному составу «Мебельщика», а первое – у команды «Ликино». Нам уже не привыкать. Мы уже несколько лет подряд выигрываем чемпионаты, кубки. Поэтому идем всегда за победами. Сразу после награждения небольшая разминка и очередная игра. В этот раз на кубок главы Одинцовского округа. 1/4 финала. На поле 6 команд. Они одновременно играют на 3/4 большого футбольного поля с травяным покрытием. 2 тайма по 25 минут. При этом среди участников как первенства, так и кубка много молодых ребят. Футбол идет вверх, развивается, и самое главное, что ребятам нравится, горят глаза у них, и они участвуют в первенстве, в чемпионатах и в кубках. Полуфинал кубка по футболу 6/6 состоится уже в следующую субботу на стадионе «Центральный», а награды по итогам турнира лучшие команды получат в конце апреля. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».